Провинция Хэйрундян известна как крупное зерновое хранилище и старая промышленная база с долгой историей. На презентации по привлечению инвестиций Шэньчжэнь-2023, состоявшейся в районе Сянфан города Харбин, более 200 предприятий стремились к поиску возможностей для бизнеса. После данной презентации мы предполагаем посетить местные предприятия и стремиться к дальнейшему поиску возможностей для бизнеса. Организованная нами презентация не только позволила предприятиям из Шэньчжэня и Харбина искать новые возможности для бизнеса, для расширения круга деятельности, но и обеспечила прекрасный деловой климат для инвесторов и предпринимателей, состоящих бизнес в районе Сянфан. На коммерческой конференции, организованной правительством города Фудзин в Пекине, были достигнуты хорошие результаты. 13 предпринимателей подписали соглашение по сотрудничеству на сумму в размере 15,2 миллиарда юаней, охват разные отрасли, такие как биохимическая медицина, цифровая технология, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции и так далее. Фудзин обладает базой в разных сферах, такие как производство кукурузы и риса, переработка продуктов животноводства и так далее. Все вышесказанные производственные факторы создают основу для инвестиций и развития промышленности. В 2017 году в уезде Тисен группа Хунчжан путем инвестирования создала биотехнологическую компанию Хунчжан города Шуаньяшань, которая производит и продает горючие материалы, такие как этанол и пищевой алкоголь на основе кукурузы. Недавно компания приняла решение инвестировать еще 500 миллионов юаней в производство 100 тысяч тонн масла из зародышевых зерен кукурузы и в строительство промышленного парка скоростной логистики. Это место является плодородной почвой для инвестиций. Это хороший место для нас, чтобы создать бизнес. Также мы продолжим увеличивать интенсивность инвестиций в город Шуаньяшань.